Мы хотим предложить проект для детей, которые часто болеющие дети, для детей, которые имеют диагноз ДЦП, для детей, которые очень продолжительно времени лежат в больницах и поправляют. Мы хотим сделать так, чтобы эти дети не испытывали дополнительного стресса от того, что они не получают образование, как все остальные. В них весь мир. Что мы хотим спросить? О чем? Какую-то платформу с очень примитивной регистрацией, чтобы ребенок даже начальной школы смог туда зайти самостоятельно. Мы мечтаем найти учителей-волонтеров по всем предметам, которые будут готовы в течение учебного года оказывать обратную связь этим учащимся. Мы хотим, чтобы учителя подготовили дозированный материал до 15 минут, чтобы не перегружать учащихся любого формата. Классический мини-урок, презентация, это ролик, это пример, все что угодно. Там должно быть свободно для начальной школы и для старшей. И в идеале, после того, как все это осуществится, мы хотим, чтобы QR-коды со ссылками на эту платформу были во всех учебниках, чтобы мы учились. Отлично. Спасибо вам.